poftim și în localitatea Taban. Avicolo de găini râți din Taban. Та ничего страшного. Нет. Замещайте, замещайте. Я просто принесу свои извинения. Может, надо вытащить сначала вчерашний? Нет, нет, нет. Я просто учусь еще, но оказывается, вроде до конца не умею работать, и поэтому. Что не дали тот, который вышел? Что, чек? Надо пройти какой-то курс тогда. Ну, она мне объясняла, но не знаете, как я. Когда первый день волнуешься. А вот вижу разбитые, тоже продаете там? Нет, это мы их убираем, когда если попадается в стиль. Должна забрать, я не могу брать, что нет. Это первый покупатель, а вроде еще был. Как я покупатель? У меня есть сейчас.